Я просто думаю, как лучше всего, что самое главное это выделить. Да все главное, наверное. Этот год не сильно отличался от всех предыдущих, потому что мы очень сильно и много работали. Вот прямо работали, мы практически всегда так работаем. Вот, но у нас появилось ряд, ну и что можно выделить? Мы провели больше там 120 мероприятий, мы сделали много новых приложений. Вот, наверное, самым клевым из которых является наш проект Кандинский. Это генератор сайтов для некоммерческих организаций, которая помогает легко и просто создавать сайты для разных некоммерческих организаций. В этом году мы разработали сайт для экологического центра Дронт, систематизировали большой объем информации, собрали это в современный, красивый, приятный в использовании сайт. Мы разработали тему для плагина Лейка, причем эта тема, она очень современная и принципиально новая, она mobile-friendly, то есть жертвовать стало проще и приятнее. В этом году команда из 7 региональных координаторов провела 73 мероприятия. Несмотря на то, что команда у нас сократилась немножко, вот буквально, я думаю, с апреля месяца у нас стартует новый региональный проект, в который мы будем вовлекать еще большее количество новых городов. Но об этом вы узнаете уже, наверное, в ролике следующего года. Было очень два классных мероприятия, которые мы провели. Первое – это хакатон по социальной интеграции выпускников детских домов. Мы его провели не на нейтральной площадке, как это раньше проводим, а в месте, где живут выпускники детских домов, в центре социальной адаптации. И второе интересное мероприятие – это уже ежегодный хакатон по проектам, связанным с редкими заболеваниями. Мы стали делать новые скринкасты вот, благодаря Владимиру. Вот, мы стали писать лучшие статьи благодаря нашим новым коллегам из редакционной группы. Мы стали источником экспертных новостей для сотрудников НКО, некоммерческих организаций, активистов, а также для IT-специалистов. Ежемесячно мы публикуем от 50 до 80 материалов, посвященных IT-технологиям и некоммерческим организациям. Наш сайт – это тот центр, который объединяет их и старается дать им самые лучшие знания, а также те вещи, о которых сейчас мир только начинает говорить. Главное, что у нас действительно нас читают больше, в нас вчитываются больше, смотрят больше, и я думаю, это очень серьезные качественные изменения. Снова!